Мне что-то мешает.
Найду укрытие. Персефоны развеялись. Витнес больше не управляет тобой. Элизи ждет тебя. Персефона будет зла. Восстань! Теперь ты свободный человек! Ah!
Есть охрана.
О, вижу. Надеюсь, меня еще не заметили. Гермес просил действовать скрытно. Похоже на мазню безумца, но записи порвали. Где остальное? Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Встань! Теперь ты свободный человек! Чары Персефоны развеялись! Thank you.
Надо найти лучника. Пламя гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Управляет тобой. Элизий ждет тебя. Угасает. Он больше не властен над тобой.
богатства нужны и в царстве мертвых. Тебе пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Чары Персефоны развеялись! Восстань! Теперь ты свободный человек! Мы должны вернуть рецепт. Кстати, вот, держи. Ты избавил этот мир от страданий. Тебя не заметили? Охраны было много. Пришлось убивать.
Они догадаются, что это мы. И отомстят. Я хотел помочь, но сделал только хуже. Я отдам тебе записи, Гермес. Но не подведи. Огонь, который не гаснет, может пожрать весь Элизий. Даю слово друга. Я использую его только в случае крайней необходимости. Мне нужно кое-что сделать, Гермес. Я пойду. Мы встретились с друзьями. Если разразится война, я хочу быть твоим союзником. Люди преследуют тех, кто не похож на них. Меня, тебя, Персефону. Да, я видел. В Элизии пришла война. Нужно сокрушить тех, кто несет хаос. Защитим Персефону. Беспокоясь за Персефону, ты не замечаешь, что сам в опасности. Все равно, что будет со мной. Тебя поймали, когда ты забирал рецепт. Воры нанесут нам ответный удар. Что ты предлагаешь? Перебить их всех? Что нам остается? Хаос уже здесь! Не запачкать руки не выйдет. Я убью всех, кто видел меня, если тебе станет легче. Тогда за кражу никто не отомстит. Спасибо. Когда ты сказал, что люди хотят свергнуть Персефону, я думал, не имеешь ли ты в виду себя? Я так и знал. Ты не должен делать это один. Я пойду с тобой. Ладно, прежде я не сражался плечом к плечу с Богом. Будет интересно. На протяжении вечности в Элизии царил мир. Может быть, мы восстановим его? Может. Но война следует за мной, куда бы я ни пошел. Ah!
За Персефону! Мы же друзья! Ну, наконец-то! Трудно найти достойного врага. Я уже давно не пользовался этим клинком. Ты так и не понял, что она того не стоит? Что? Но мы справились, и я тебе благодарен. Персефона воспользовалась тобой, а ты мной. Неправда. Ты не хочешь понять, что она не любит тебя? Нет. Она полюбит меня, как я ее. Я все сделаю ради нее. Даже убью тебя. Вот значит как. Ты мне не друг. Ты чужой здесь. Если мы еще встретимся, я буду относиться к тебе, как к чужаку. Малака! Ukas fallesesti. Thank you.
Если заметят, мне не сдобровать. Гипноз больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Чары Персефоны развеялись. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Восстань! Теперь ты свободный человек!
Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Пора проснуться. Встань! Свобода ждет! Встань! Теперь ты свободный человек! Thank you.
Нападу на лучшем! Наверное, показалось. Чары Персефоны развеялись! Тебе пора проснуться! Встань! Свобода ждет! Пламя гипноса угасает! Он больше не властен над тобой! Гипнос больше не управляет тобой! Элизий ждет тебя! Пламя гипноса угасает! Он больше не властен над тобой! Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Я точно что-то видела. Тут все тихо. Встань! Теперь ты свободный человек! Тебе пора проснуться! Встань! Свобода ждет! Чары Персефоны развеялись!
Теперь ты свободный человек! Персефоны развеялись! Пламя гипноса угасает! Он больше не властен над тобой! Тебе пора проснуться. Встань! Свобода ждет!
Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя. Чары Персефоны развеялись! Он больше не властен над тобой. Тебе пора проснуться. Встань, свобода ждет. Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя.
боги! Она сражалась как зверь. Пламя Гипноса угасает. Он больше не властен над тобой. Гипнос больше не управляет тобой. Элизий ждет тебя.
если меня тут заметят, будет плохо. Huh?